Итак, господа, снова здравствуйте. Это уже следующее видео. Можно ли сделать из полтоса 125-ку? Можно, господа. Итак, я вам покажу, как я это делаю. У нас имеется 139-й блок, полтос, вайпер, шмайпер, актив, вся прочая лабуда. Я благополучно взял болгарку и спилил отсюда стартер. Просто отпилил его нахер. Выкинул вот эту крышку, выкинул, как уже я говорил в прошлой серии, мы установили зажигание от 125 и от 140-ки. С питоса у нас стоит крышка с питоса, правда еще все не зачищено, но это все будет в конце видео, покажу, как все будет уже тики-пуки. Вот эту всю малину мы убираем и устанавливаем эту крышку. Вам для этого придется, во-первых, найти крышку. Ну, вот. Во-вторых, да, как она тут все красиво встает. Вот. Во-первых, найти крышку, купить. Можете купить прозрачную от 125-ки, от 140-ки. Блоки, половинки вот эти левые, что на полтосе, что на пите, грубо говоря, унифицированы. По всем шпилькам все подходит. Отлично. На полтосе даже их больше, ну, креплений. А на крышке на это их меньше. Вот, что вам придется сделать. Когда вы вырезаете, отрезаете стартер, тут такие лохмотья висят, тут просто все уже так зачищено, более-менее. Вот сюда вот приходится варивать пластинку, видите, вот. Аргончиком я сюда варил пластинку. Просто находим кусок алюминия подходящий. Ну, я нашел не подходящий по сплаву, но все равно все сварилось. Вот, вообще левый сплав был. Короче, вот так вот. Ну, это сейчас все зачистится. Потом вот фоточки в конце, как все получилось. Мы закрываем вот эту дырку. Ну, это будет срезаться, господа. Будет устанавливаться котел от 125-очки сюда, алюминиевый. Не чугунная вот эта вот херня из рельса выплавлена. Вот. Вот это вот. Чудо техники. Башка будет от 140-ки. Ну, и крыха от 140-ки. Вот, еще какой у вас будет нюанс. Главный нюанс. Крышку вы нашли, установили, а провода от зажигания нужно куда-то выводить. Тут у нас они выводятся в крышечки, вот этой вот, с вот этой вот мочалкой. Вот видите, да? Тут выпилено в крышке. А на 140-ках, если я не ошибаюсь, оно выпилено вот в этом вот месте. Вот самое жирное место, вот где в блоке, вот здесь усиление, так сказать. Вот видите, площадка толстая. Вот здесь вам придется выпилить квадратик, прямоугольник. Ну и всякое такое, как вы сможете. Вот выход вот этих вот проводов. С вот этого блина. Также я не сказал, вроде в том видео или сказал, что по сальнику все подходит сюда идеально, по всем шпилечкам, отверстиям. Зажигание от 140-ки стоит на полтос просто изумительно. Вот, вот эту вот лабуду нужно вырезать. Вот видите, да? Можно эту резинку вообще выкинуть. Здесь сделать круглое типа отверстие, ну такое овальное пропилить. И на какой-то шланг тоже запрессовать. Ну это уже на вашу фантазию. И на вашу озабоченность. Как вы хотите, так и делать. Я просто выпилю квадратик. И будет все по штату. Вот и все, господа. Стартер выкидываем, обгонку выкидываем, цепи все выкидываем. Зажигание все выкидываем. Минус килограмма 3 сдвигла. Мотор будет крутиться, валить, вставать на дыбы. Все, всем пока, тюнингуйте свои альфы, дельты.